воду внутрь не пускает, но ко дну быстро идет. Разгадка — камера GoPro. Сегодня мы расскажем, как обезопасить свою камеру от исследования морского дна. Занимаясь водными видами спорта, будь это вейкборд, кайтборд, серф, прыжки в воду или просто купание в море или реке с детьми, помните, что уронив GoPro на дно, вы потеряете не только саму камеру, но и данные на ней. На помощь придет аксессуар Floating Backdoor, оранжевая мочалка Спанч Боб, которая помимо самой камеры удержит даже монопод или другое крепление на плаву, не дав ему утонуть. Просто снимайте заднюю крышку, оденьте флоутинг со своей крышкой, которая идет в комплекте. Теперь камера всегда всплывает поплавком вверх и не пропадает с виду. Помимо флоутинга, также используйте страховочные платформочки, которые крепятся на доску на дрем скотче, и на капроновой веревке при падении или неполадке основного крепления они дадут новую жизнь GoPro. В комплекте 5 штук, которые можно использовать не только на воде, но и на лыжах, борде или небе. Будьте осторожны и заботьтесь о ваших GoPro.